Да, мы переходим к донатам ведь, да? Да. Сейчас, секунду, потому что я оказался немного не готов. Да но как, я тянул время как мог, ё-моё. Да, блин, да Александр. Подожди. У меня, понимаешь, у меня тут это... Not found почему-то. Что у тебя not found? Ну, я просто иду по старой ссылке. А у меня not found, понимаешь? On this server. Можешь мне прислать рабочую ссылку, прости? Чего? Ну, правда. Толкозе утро, дорогие друзья. Не знаю, что, может Саш, быть... Саш, позоримся на 17 тысяч человек. Пароль поменял, не знаю, 18, что там у тебя произошло. Точнее, половину уже открылась. Я прислал тебе. Ну, у меня not found, реально, попробую ее. У тебя открывается? Ну, у меня открывается, да. А у меня нет. Я не знаю, значит, not found. Ты залогинен там в гугле своем? Да. Уверен? Да, абсолютно. А если еще раз проверить? Ну вот. На самом сайте Дака. А, сейчас я посмотрю, дай посмотреть. Секунду. Может быть. Нет, я вообще там был залогинен. Ну, разлогинен. Видишь, разлогинился он у меня. Все, все, все работает. Я угадаю эту ноту с трех букв, точнее. Ну все, Саш, уже 1000 человек отвалился, между прочим. Никто никуда не отвалился. Это потому, что мы перешли к донатам. Они всегда отваливают. Что ты врешь? Вот. Я слежу. Да, следит он. Я надеюсь, что все это время, пока я говорил, Александр Плющев искал традиционно донат. Нет. Даже не подумал. Только сейчас об этом. Ну, Саша, думаю, ну, каждый раз же одно и то же. Мы заканчиваем вдруг основную часть. Я начинаю говорить какие-то вещи. Давай тебе тем самым время, чтобы ты открыл донаты. А, ты знаешь, что у меня же сейчас здесь будет проблема. Блин, я забыл. Какая у тебя будет проблема? А потому что пришли мне ссылочку, пожалуйста. Понял. Потому что я на другом компьютере. А-а-а. Вот. Я да, рад, что ты все предусмотрел. Я буду звать тебя российская армия, честно говоря. Прости, вот этот момент я забыл. Саша традиционно не воспользовался паузой для того, чтобы найти... Не-не, я в карту тыкал. Ты что, ты мне прислал такое развлечение? Вот. Ты знаешь что? Сейчас, секунду. Сейчас. Тик-тик-тик. Блин, я как всегда забыл. Вот он. Ну что ты молчишь-то, не молчи. Ну, чтобы тебе было неудобно. Мне неудобно, я потому что, конечно, забыл. А у меня в этом самом не сохранилось. Сейчас, секунду. Несложно. Так. Ну а теперь отвечаем на ваши вопросы. Судя по бегающему глазам Александра Плющева, он все-таки начал искать. Не начал искать сейчас, ваши донаты. Сейчас начнет. Да, сейчас начнет. Сейчас начнет. Я верю, что значит это случится. Движение. Ну что, да. Александр, в момент, когда я это говорю, ищет сейчас донаты, я уверен. По крайней мере, вот сейчас как точно обычно начал искать. Да. Тебе нужны какие-нибудь ссылки? Что-нибудь такое? Да, ты знаешь, почему-то у меня не сохраняется, а я забываю, как она звучит. Mm-hmm. Чтобы. Дай, пожалуйста. Ладно тебе, что тебе стоит? Почему-то у меня в кашле. Товарищи на агента, ничего да не жалко. Вот. Да, там будут, кстати, какие-то с нашего семейного стрима, но это ты увидишь. Так, когда у нас стрим. Он у меня почему-то вообще ничего не видит. Not found. Сейчас разберемся. Вот, все. А, потому что... Почему-то я... он разлогинивает меня. Не знаю. Не знаю. Потому что ты теперь в новом статусе, Александр. Выкидывает. Я не знаю, зачем ты это педалируешь вообще. В смысле педалирую? Значимый момент. Наконец-то ты стал иностранным агентом. Да. Из заявленных тем это в целом все. Мы с вами перемещаемся к донатам, к вашим вопросам, к вашим комментариям, к вашим дополнениям. Напомню, что ссылка для этого всего в комментариях на ki.support.me, а также DonatPay и чат в Ютубе, кнопка с долларом, тоже пользуйтесь ею. Саша, открой, пожалуйста, донаты. Прикинь, что я открыл это до стрима. Ничего себе. Я благодарю одного из тех, кто мне в обратную связь до стрима написал: Александр, последний донат вот такой-то. Кайф. С прошлого стрима. Да, и он действительно был такой. Спасибо огромное. Спасибо огромное.